ребята, Олег Кошевой с вами на связи. Сегодня в канале очередная распаковочка, так что заваривайте кофеек, чаек, пельмешки. И посмотрим, что мне пришло из Китая. Вы знаете же, да, что в желтеньких коробочках обычно приходят из Китая. Китайцы заворачивают, заморачиваются вот таким скотчем, не знаю, специальным. И сегодня будет распаковка, не тест, а распаковка нового оборудования, которое купил я уже в 2018 году для того, чтобы улучшить качество видео. Ну и чтобы было удобно заниматься съемками на природе. Вот такая коробочка. Прислал ее курьер почтой МС. То есть с Китая не заказали. Я заказал, где-то неделю, полторы шла эта посылочка. Очень быстро, ребят. Очень быстро, я даже не ожидал. Вот она, ребята, мечта. И мечта. Когда-то это было недоступно. А теперь. Даже что-то. А, это лопасти. Это дополнительно. Они положили запасные лопасти. Это, ребят, Mavic. Mavic. Ой, какой он маленький, ребятушки. По сравнению с Фантомом. Вот такой махонький Mavic. Коробочка. Как она открывается? Тут скотч. Слушайте, он тяжелый. Я думал, он будет легенький, а он тяжелый. Раньше вообще недоступный был. Когда Фантом 3, 4 еще такие доступные были. Mavic 3, Mavic Pro вышел, он был там поднебесная цена. А сейчас скидки новогодние, и удалось мне заказать. Вот он. Вот он, ребята. В комплекте у нас сам. Ух ты, какой маленький, да? Вообще на ладони вмещается. Ё-моё. Вот эта вещь. Пульт. Так, зарядка. И всякие причиндалы. Еще зарядка, книжки, мануал. Аккуратно сделано. Можно, кстати, так и носить в этой коробочке. Раскладываю. Раскладывается оно так. Не до конца лопасти. А, это вот так. Ой, круто. Ну, вообще вещь. Чего ж я раньше не купил? Тут уже защита идет, да, получается? Да. Ее надо снимать, чтобы лучше качество было, по идее. Вот такой Mavic, ребят. Мечта сбылась на Новый год. 2018. Вот так он стоит. Ну, говорят, надо делать удлинение ножек, чтобы его запускать неудобно с травы. Там, чтобы удобнее было запускать, надо удлинитель делать. Ну, под проставки, чтобы выше становился. Вот такой пульт. Это качественная штука, ребят. Mavic Pro. И он хорош тем, что не надо вот танцы с бубном устраивать, как я раньше устраивал. Он просто берется вот так. Вставляется телефон и запускается. Ну, в общем, вещь шикарная. Собаку наступили. Вот такой, ребят, у меня новогодний сюрприз. Будем летать, испытывать. А, подожди. Это вот они стоят, эти. А тут нету лопастей. Значит, это от него лопасти, получается. Или лопасти тут в коробке. Потому что заказывал, чтобы запасные были лопасти. Даже, наверное, значит, запасные будут. А, вот они, вот они. Я уже думал, что их нету. Все как положено, в пакетике таком, в пакетиках. Молодцы, молодцы китайцы. Это вещь. О, еще. И вот это запасные, получается. Хм. Любопытно. Ладно, я буду разбираться, там посмотрим. Так что еще будет видео с ним. Давайте. Сейчас, может, здесь и запустим его к этому видео. Ключи. Ну ладно, все.